Блокчейн способствует усовершенствованию сферы туризма. ATEC Foundation, занимающаяся техническим развитием острова Аруба, совместно с децентрализированной платформой Wind in Tree планирует создать блокчейн-платформу для бронирования поездок напрямую между клиентом и оператором туристических услуг. Туризм играет важную роль в экономике страны, ведь сюда ежегодно приезжает более 1 000 000 туристов. Соучредитель ATEC Foundation Варели Кроус сказала: «Такая платформа поможет небольшим государственным образованием, таким как Аруба, вернуть часть прибыли и налогов, сохранив основной доход в стране».